событие такое трагическое произошло, и, безусловно, мы не должны быть безучастны. И обязательно местное отделение партии «Единая Россия», наш актив, жители города должны принять участие в оказании посильной помощи нашим землякам пострадавшим. У меня достаточно много партийцев. Сегодня прямо с раннего утра, с 7 утра уже звонили мне на телефон и предлагали свою посильную помощь в виде материальной. Поэтому я думаю, что по факту выписки семьи из больницы, это произойдет, наверное, завтра, местное отделение партии, члены партии обязательно окажут и материальную помощь, морально-психологическую помощь и обязательно примут участие в обустройстве их жилища.